Так, мы тут то самое будем пикетироваться, у нас это в порядке вещей. Раз. Вот у нее, кстати, есть эффект эхо, у меня нету. Да. Я не брала. Сейчас чуть-чуть. Аппаратура не выдерживает нашего упорства. Так, все, кто нас слышит, концерт необычный. Кто любит не попсу и не формат, лучше сразу подтягивайтесь. Потому что будет совершенно не попсово, совершенно не форматно и максимально сердечно настолько, что вам может показаться много, и вы захотите уйти, это будет прекрасно. А если вы где-то откуда-то услышите, что здесь что-то такое необычное, плохо расслышимое, но вроде вызывает у вас любопытство, наверное, это для вас. Вот, потому что акустические концерты вообще большая редкость. И вот мы отважились звучать в этом варианте, потому что понимаем, что подлинные эмоции, переживания могут быть только без отсутствия фонограмм, без отсутствия чудовищного бита. Это наш выбор. Вот. И мы предлагаем вам такой вариант, абсолютно живой, со всеми вздохами, со всеми атрибутами живого звука, возможно, не мощный, не пушевый, не давящий на уши, но мы как раз и любим такое. Мы считаем, что взаимодействовать надо вот так вот. Но зато проникающий в самые глубины души. Ненавязчиво, да. Естественно, кто захочет двигаться, лежа, стоя, танцевать, это все будет прекрасно, то есть будьте максимально инициативные, свободные, ведите себя как хотите. Приходите, уходите, это тоже совершенно нормально. Даже, потому что мы все равно поем для пространства, и кто в нем находится, это выбор того, кто захотел в нем находиться. Все, мы начинаем первую песню. Она называется «Здравствуйте, родные». Не потому, что мужчина захотел начать, просто песня называется «Здравствуйте, родные», а текст знаю только я.